Сахар или сахарозаменитель? Поступил мне вопрос в директ. Спрашивай меня, что лучше, сахар или сахарозаменитель? Ну, слушайте, на самом деле нехорошо ни то, ни то. Но если вы выбираете печь вкусняшки, побаловать себя вкусняшками, вы решили для себя, что я сегодня съем вкусняшку. Однозначно вкусняшка с сахаром, 100%. Никакого сахарозаменителя, ни натурального, ни искусственного. Почему? Потому что, ну, с сахаром наш организм бороться может. Ничего страшного, если вы иногда себе позволяете сахар. У нас есть магний, который позволит с ним справиться. Наш организм очень умный, все откладывает в запас. А если вы еще и витамины магния пьете, то, скорее всего, он спокойно переваривает кекс вместе с сахаром. Но если вы едите сахарозаменитель, вы обманываете организм, инсулин начинает выделяться, а сахара нет. Там получается вообще такой жуткий дисбаланс, что потом организм очень долго приходит в себя. Поэтому если вы боитесь поправиться, то вам в принципе не нужно есть ничего с сахаром, да, с которым, с белым, с коричневым сахаром, который вот подсластителя. Если вы все-таки для себя сделали выбор, что вы съедите вкусную штучку, значит, пожалуйста, не мучайте ни себя, ни свой организм. Съешьте то, что максимально приближено к естественным продуктам. Сахар как раз к ним и относится. Не надо использовать сахарозаменитель, это гораздо большее зло, нежели сахар. Кто не согласен, давайте в комментарии, будем оспаривать.